Сегодня все тюменские школьники остались дома. Накануне вечером в родительских чатах учителя стали сообщать о том, что 14 декабря обучение будет проходить дистанционно. В сообщениях ссылались на департамент образования и указывали разные причины. Чуть позже появилось объяснение. Во всех школах города решено провести санитарную обработку. Заболеваемость ОРВИ в регионе растет. По сравнению с прошлой неделей прирост составил 41% и на 12% превышен эпидпорог. Среди детского населения до 14 лет заболевших стало больше на 54%.